Перед нами мост через реку Енгу. У Енгульской набережной стоят два больших десантных корабля, прибывших в город Николаев на праздник Великой Победы. В достроечной стенке судостроительного завода располагается крейсер военно-морских сил Украины. Это понтонный мост у входа в акваторию судостроительного завода.
Пройти, ой, осторожней. На учебе пройти, да. Но в 400. Yeah.